Я его не встречал. Он настоящий. Они настоящие. Вот так оригинально в свое время рекламировал себя известный производитель сладостей. На телевидении рекламный ролик стал одним из самых узнаваемых и всегда ассоциируется с Новым годом. К символу зимнего праздника в Юургу известную фразу «Он настоящий» применить не удастся. Использовать в качестве украшения живые деревья руководство университета отказалось еще в прошлом году. Это позволило сохранить и бюджет, и молодые деревья. Жалко красавицу елку, которую присылали нам с западных склон Уральских гор. Тяжело ей было добираться до университета. Сильные морозы. Пока поднимали, ломались ветки. Искусственную красавицу высотой в 6 метров украшают игрушками, которые создали дети сотрудников университета. Персонажи известных мультфильмов, ракеты, метеорит и символ будущего года лошадь. Вскоре вокруг елки разыграют новогодний бал-маскарад. Мы приглашаем всех студентов, сотрудников, преподавателей. Одно условие. Надо быть или в новогоднем костюме, или в длинном платье, чтобы почувствовать себя на балу. Водить хороводы и танцевать вальсы организаторы приглашают всех 26 декабря в 16 часов.